Мы в начале Боткинской тропы. На сегодня немного кинули на вокзале. 30-й не пришел первый рейс, поэтому пришлось ехать до Поляны сказок. И мы начинаем с обратной стороны. Я показывал Боткинскую тропу в разные времена года, с разных видов, но одна и та же тропа может выглядеть по-другому, когда появляются новые лица. Сегодня со мной ребятки, ребятки молодцы, отдельный плюс, отдельная благодарность за пунктуальность. И вот мы начинаем наш путь. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе. С десяток, наверное, воронов. А я думал, у меня в глазах это что-то мерещится. Так, немножко, немножко преград. Первый водопад пересох. Хотя немножко водички, конечно, есть. И мы сейчас попробуем найти купель аккуратно. Конечно, река подсохла конкретно, дождей нету, но мы найдем купель. Ящерицу, да? А ты что, их не видел? Так, ну вот, первая купель, но нам бы поглубже. Как впечатление? Ура, блин! О, тема! Галина, будешь вышивать? О, мне жарко стало, сразу. Да. Если ты сегодня читал, что ты будешь помнить, а там там вообще бар, это мало. Да. А? Ну да. Да, он опасно стоит, он опасно. Ну ты за ягодой, Серега, есть можно? Не надо, эти не надо. Ну как? Тема. Круто. В общем, осталось совсем немножко. Вот, вершина уже за нами. Классно. Молодец, классно. Сейчас отдохнем. И
Сейчас начнут уже виды открываться. Это мы из леса убираемся все выше и выше. Классно. Чем дальше, тем больше багрянца, все склоны ярких, насыщенных цветов. Вот и крокусы. Очень много боярышника. Красиво, да? Клёво. Вообще тема. Серега, можешь сфоткать нас? Конечно. Не надо. Там внизу могут идти. Да, они на дерево залезли? Да. О, офигеть, что, тоже можно? Ну, сейчас мы там будем проходить. Оно над склоном висит. Ну и вот мы на вершине. Ребята, в Казахстане таких гор нет, да? Ну. Вот. Это ваше первое восхождение, так понимаю. Да. Да. Первая вершина. Было бы желание. Вот ребята молодцы. Встали пораньше. Прошли. Зашли из Боткинска. Здесь Боткинская тропа заканчивается. Начинается Штангеевская. Дальше мы пойдем к водопаду и Чансу. Вот. Ну а на сегодняшний, на этот момент, вокруг нас отвесные скалы, обрывы. И обзор на 360 градусов. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе. Да, в Ялте дымка, видите, какая стоит, море греется. Сегодня необычайно жаркий день, 24 это минимум. Синоптики не ошиблись. Это город, это кажется.
Так, вон люди стоят на скале, нам теперь туда. Ну, если коэффициент горной местности, то и получится. Так, ну это такой экстремальный участок фотосессии, где дерево висит прямо над пропастью. Туда уже, да. Так, а изначально планировал, думал, по Ставрикайской тропе. Видите, какой подъем был? И вот мы на чертовой лестнице. Так, хвоя нагревается, так смолой пахнет, как весной прям. И над головой нависают скалы, нависают деревья. Стройка, так это нам туда, это ресторан. Так вот, прямо под нами водопад Учансу, который сегодня не фурычит. Да, в ущелье уже полная тень. Здесь уже полная тень. И река водопадная, еле-еле слышно журчание. Ну и вот так вот река водопадная. Откуда падает водопад Учансу на сегодняшний день.
Нет.